В Волжском на базе Центра развития бизнеса Сбербанка состоялось открытие МФЦ «Мои документы» для юридических лиц и предпринимателей. В отдельном офисе, минуя множественные административные инстанции, можно получить различные консультации и около 70 государственных услуг для своего бизнеса или его открытия. Пилотный вариант, эксперимент по оказанию помощи предпринимательству совместными усилиями Сбербанка и МФЦ удался, так как первый офис, открывшийся в Волгограде, работает успешно и подкреплен реальными положительными результатами. Мы через повышение уровня сервиса, через поиск новых видов услуг, которые можно оказывать в наших офисах, тем самым работаем на рынке и привлекаем новых клиентов. Безусловно, когда клиент пришел к нам в офис, в том числе для того, чтобы получить государственную услугу, мы, как для любого своего клиента, предлагаем комплекс продуктов, который ничем не ограничен, да, и на рынке это самые совершенные технологичные продукты. Это может быть и кредитование, это и расчетно-кассовое обслуживание, безусловно, если есть потребность. Тут же наши клиентские менеджеры, которые работают буквально там напротив, проведут необходимые консультации, подскажут, какие продукты наиболее интересны на сегодня существуют. Предприниматели в одном месте могут получить весь комплекс услуг, необходимых для развития своего бизнеса. Многофункциональный центр развития бизнеса будет дополняться новыми перспективными услугами, например, со стороны налоговых и других служб. В этом проекте, безусловно, выигрывают все – и государственные органы, и банк, и клиенты, пользователи МФЦ. Сотрудников многофункциональных центров имеется доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия, по которой мы запрашиваем информацию у различных органов, будь то федеральные или региональные. Вот. И эту же информацию мы получаем так же оперативно, как работает данный сервис. Со стороны областной администрации я хотела бы поблагодарить в первую очередь Сбербанк за поддержку этого проекта, вообще за интерес, проявленный к реализации этого, ну, опять же, слово проекта на территории Волгоградской области. Очень приятно, что совместно со Сбербанком мы являемся одним из первых в России. Очень приятно, что наши результаты нашей работы, они оценены на федеральном уровне, и наш опыт рекомендован всем субъектам Российской Федерации. Любой гражданин Волгоградской области, независимо от регистрации по месту жительства, вправе обратиться в этот офис и получить госуслугу. Услуги, которые предоставляются на базе МФЦ, бесплатные, за исключением государственных пошлин. Сбербанк планирует и дальше развивать данный проект, и в скором времени планируется открытие МФЦ «Мои документы» для юридических лиц и предпринимателей в Красноармейском районе Волгограда.